Продолжение телевизионной летописи спортивных побед. Он очень активный был в свое время. Кусок пирога, если есть, то он никогда один не съедал. Родоначальник спортивной ходьбы Чувашии, тренер признанных мастеров и чемпионов, рассказ о первопроходце и победителе. Он всех спортсменов настраивал на высокий результат. Памяти Василия Семенова посвящается. Новый выпуск программы «На Олимпе». Смотрите 20 марта в 20:00.